Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами компания «Оптовет». И сегодня несколько слов хотелось бы сказать по поводу подлокотников со съемным креплением. Эта модель достаточно часто у нас заказывается, и чтобы уменьшить объемы, габариты коробки, мы подлокотники стали упаковывать отдельно. То есть у вас в коробочке лежит отдельно крепление, и отдельно сам подлокотник, соответственно, отдельно крепление, да, и отдельно подлокотник. Как они устанавливаются? Мы сначала берем крепление, устанавливаем его к столу, затягиваем винт. После этого берем сам подлокотник, откручиваем защитный колпачок. Здесь резьбовое соединение. Вставляем подставку в подлокотник. Чуть-чуть затягиваем винтом, чтобы она не смещалась. И закручиваем защитный колпачок. Аналогичным образом мы устанавливаем второе крепление. То есть сначала устанавливаем струбцину, отвинчиваем колпачок, устанавливаем подлокотник и закручиваем колпачок. Если мы используем данные подлокотники для ветеринарной офтальмологии, для микрохирургии глаза, то мы устанавливаем их таким образом, чтобы расстояние между стойками было 20,5 сантиметров. Тогда вот это вот расстояние, оно уже выверено, оно необходимо для того, чтобы вы могли положить сюда и маленькое животное, например, какого-нибудь котенка, и спокойно зафиксировать голову какого-нибудь немецкого дога. Поскольку эти подлокотники часто приобретаются для других направлений, для медицины, для ветеринарной хирургии, для стоматологии, в этом случае вы можете регулировать положение между подлокотниками таким образом, как вам необходимо, даже ставить их с разной стороны и использовать их по вашему назначению. И, соответственно, если мы их и применяем не для ветеринарной офтальмологии, вы можете заказать подлокотник с измененной высотой или с выносом крепления вперед. Для этого просто свяжитесь с нами. Спасибо за внимание.